Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вузи, и мы находимся в игре Turm Oil. Ссылки на плейлист с прохождением игры, мой Steam профиль и другие, как всегда, в описании под видео. А мы продолжаем. Значит, чего я хотел-то? О, у меня уже 8% акций. А, я ж хотел к мэру зайти. Ну, провести, как обычно, земельный аукцион, и у нас скоро пустыня закончится. Еще пару серий... И пустыня закончится. Тур перебили, я тоже хочу перебить тогда. Я, правда, не знаю, зачем я это сделал. Но, может быть, будет алмаз назад. И теперь... Опа, улучшение себе купила, Бланш. И теперь фондовый аукцион провести. Сколько ты там? 1%? Блин, 1%. Ну, 1% я не знаю, стоит, не стоит покупать. Деньги у меня уже утекают. Все меньше и меньше. В прошлый раз я заходил со 104 тысячи у меня было долларов. Сейчас же у меня 90 тысяч с половиной. Ну, купим в любом случае. 1% акций, почему бы и нет, за 20. Да, вот так вот за 17500 мы купим. 9% есть, 72 тысячи. И хотелось бы купить улучшение какое-нибудь. Что я могу здесь купить? Триатлон таймер. А, ну сюда я зря захожу, мэри, салу, здесь только поболтать могу. А в конюшне что есть? Размер табуна. Я расширю конюшню для размещения 15, чтобы их стало 40. Не, это мне пока не интересно, мне это не надо. Поэтому я бы тогда бы взял бы скорость 3. Купить. О, у меня уже 57 тысяч. Третью скорость на лозоходцах я купил. Погнали, посмотрим, что у меня там за земля. Теперь ваши лозоходцы будут быстрыми, как молния. Ну, сейчас проверим. Ну-ка, молния. Давай. О, ну, бегут, да, вижу. Все, одного поставим. Что-то вы все там слева понаходили. Давай вот так вот поставим. Здесь сразу нефть найду. Еще один у меня там шастает. В запасе еще один есть. Мне бы на нефть бы побыстрее наткнуться, и дело пойдет. Сейчас хоп и в камень. Я ж могу. Я все могу. Ёлки-палки-то. Сюда продавай. И ты сюда. Взял две лошади, надеюсь, пока что мне этого хватит. Почти. О, за доллар продаю. Неплохо. Я думаю, что я быстренько сейчас наберу на улучшение всех повозок. Потом расширю трубу, скорее всего. Улучшить трубу надо будет. И уже качать побыстрее нефть. Чтобы... Да там доллар 17, ты шутишь. Куда продавай? Вот куда ты поехал? Вот скажите мне, куда вот этот вот чудо поехал? Че он там везет? Че он там везет, вообще не понимаю. Этот-то ладно, у него там еще, ну почти. Боже ты мой, ну уволить бы тебя. Правда бы уволить доллар. Блин, ну сейчас бы по такой бы вкусной цене бы продали. Ну ладно, доллар 15 тоже, там доллар 12 даже. Тоже неплохо. Зато сразу хватит на улучшение. Отлично, вышка у меня довольно медленно пока что качает. Все, мне хватило на улучшение, и теперь мне надо расширить здесь трубопровод. По доллару. О-о-о-о. Мне уж. А чё, этот ушел, что ли, дядя? Подай. Стоп, мне денег не хватает. Этот лозоходец у меня же был, он чё, свалил? По нулю сюда тогда, сюда поближе-то будет. Ну вот. Ой, какие они все-таки трудные. О, хоть дополнился один, а. Хоть один догрузил. Себя. Все, продавайте, ребята,
А я сейчас найму еще... Неужели справа вообще ничего нет? Сколько нефти? Алмаз! Да ё-моё, я вообще самый везучий. Вот это мне прям фортануло. Слушайте. Ну это тогда вот все, это... Прям вот так. По 0.65, конечно, продаю задарма. Ну что поделать. Ладно, пусть копится пока что нефть. У меня резервуар большой, а добывается довольно мало. И почему ты слева шастаешь? Он заходит. Иди с правой стороны, почекай. Упертый какой-то. Если тут все нашли, это не значит, что там нет справа. Пока буду собирать нефть. А потом надо проапгрейдить тележки. После апгрейда тележки, наверное, расширю вот этот до третьего уровня. Ну тут нефти прям жестко. Отвлечения трубы у меня третьей нету. И это плохо. 0.70, ну пусть один продает. Да, цена растет, пусть продает тогда. И один пусть заполняет. Сейчас мы все сделаем. 353. Ой, двое продают. Ну, отлично, я сейчас быстро до 1000 дойду, и можно будет уже улучшать мою трубу. Трубень можно будет улучшать на этой вышке. Ну, этот все, что ты слева-то трешься? Ну, господи ты, боже мой, а? Ты что, школу лозоходцев, что ли, не проходил? Все, скорость прокачал, теперь улучшаем трубу до трешки. Не, ну с алмазом мне прям повезло, и давай на трешку. Отлично. Еще один на продажу. И еще на продажу. Пусть 5 продают. Я надеюсь, они будут успевать. Все, я так понял, полузаходцам тут... В общем, шляпа. Один ходил, ничего не нашел, свалил. Я думаю, вот здесь вот еще одну нефтевышку поставить. Чтобы не тянуть, у меня здесь... А, не понял. А, вот, да. Все, с этим вопрос решен. Тут маленький. И тут маленький. Просто тут, ну, пусть выкачивает тогда стоит. А здесь я, ну, такую мини-вышечку поставлю. Сюда жахну. И сюда жахну. Все. И пусть все продают, всем хорошо, все довольны. Всем все супер. По доллар 14 нормально пока идет. Тут поднимается справа цена. Слева падает. Если что, направо пойдем. Ты зараза какая, а? Ты посмотри. Чего без приключений-то нельзя? Опа, чуть не проморгал. Точнее, проморгал, но чуть-чуть. Все, эти пусть медленно добывают. Главное кач вот здесь. А я третий могу сделать? Нет. Че такое? Откуда перелив-то ты взял, дядя? Дядя, ты откуда перелив взял? Фу, еле успел. Пусть... Ну да, пусть один... Да вроде да... А, все, я понял, пусть двое стоят. На страже порядка пусть двое стоят. Хотя у меня тут уже слева все закончилось. Может помочь ему? Да не, он сам выкачит. Он быстро довольно качает. Хотя не очень быстро, но быстро. Не очень быстро, но быстро. О, я вот думаю, может быть, мне здесь трубу увеличить до двойки. Сейчас по-быстрому все выкачаем, и вообще будет огонь. Еще резервуар поставим.
принципе, с местом можно не экономить, потому как тут больше нефти нету. И еще один четвертый. Все. Заканчиваем здесь барыжить. Вот сюда пусть один возит, и все. А остальные пусть наполняют резервуары. Да мне, в принципе-то... А зачем мне табун? Мне и так хватает. Вон две вышки, в принципе, обслуживаются неплохо. С третьей трубой. Здесь вторые трубы. Тут еще много-то осталось? Тут вообще, наверное, уже ничего не осталось. Ну и все, и тогда тут третью проложим. Хотя смысл так нет. Быстрее уровень закончить. Не-не-не, все, хорош, продавать. Мне интересно, а здесь может быть алмаз? А, я живу уже давно. Господи, ты боже мой, я в глаза сегодня долблюсь, сорян. Не выспался. Да, надо чайку надо прям. А я себе чаек заварил вкусненький. Прям отличная игра. Одной рукой вот мышку мацаешь, другой рукой чаек попиваешь. Замечательно. С лимоном. Огонь. Так, 0.62. Что-то меня ценники как-то не радуют. И зря я, наверное. Да нет, нормально у меня. Контейнеров. Точнее, хранилищ, резервуар. Для хранения нефти. Но ценники не хотят расти. Что-то как-то все застыло на одном месте. Нет, слева что-то поднялось. На два пункта уже. О, справа полетело. Смотри, как полетело прям. Я думаю, что справа будет выгоднее курс. Сейчас посмотрим. Да-да-да, быстро растет справа. Справа прям догоняет. Правая компания левую догоняет. Да, уже почти 80. Да-да-да, все, сейчас на 90 будем продавать. Даже не больше. Я же жадный. Мне надо побольше. Во, за доллар. И как раз я всю нефть выкачал. Да, все. Всю нефть выкачал. Можно ускорить. Продавайте, по доллару 50. Вот это я дал. Но нефти было маловато. Остановить уровень. Да, опять 3 бонуса получил, 28 500 с половиной. Но у меня уже 28 500 это стандарт плюс-минус. Рикардо, опять 1500. Ну просто неземное чудовище. Я думал, ты крутой парень, а ты так себе оказался. Что у них тут? Ну и улучшение есть. У меня поболее будет. Ну да, у меня побольше всего будет. Я и зарабатываю много, я не знаю, чем они там занимаются. Рикардо до этого хорошо добывал, куда он все деньги сливает? А, он и не добывает, правильно. Он же не добывает ничего. Куда ему деньги-то? Откуда у него деньги? Да, неплохо, у меня уже в запасе 2 алмаза, 9% акций. Ну, в следующей серии еще закупимся и, может быть, найдем алмаз. А на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Узи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!